We are at the Long Beach, and as you see, it's a huge sign for surfers that it's quite windy right now. We are near Safina and it's on orange, you see, so it's going to be dangerous. Ребята, вот я сейчас под этим знаком мы пришли к пляжу, где серфингисты, и уже на оранжевом, то есть красный, это очень такой вот супер ветер, и было бы тяжело, наверное, то есть вообще очень опасно. Видите? Заплатили за $12 за двоих за прогулку по этому пляжу. Я уже надеюсь, что будет тут что посмотреть. Но вообще-то сказали сильные волны. И мы в оранжевой зоне, самая большая это красная. И вообще, тут за счет того, что это открытый океан, тут вообще-то всегда угроза цунами всякого. Если где-то землетрясение, и тут везде таблички, куда убежать, эвакуироваться в случае прихода большой волны. Конечно, это Long Beach называется, то есть длинный пляж. И за счет чего? За счет того, что... Когда отлив, там до воды идти. Сейчас отлив. So guys, we are at the Long Beach. Beautiful. Oh, look at the waves. To walk on the Long Beach, you have to pay $12.95, I think. $12. And it's for two adults. If it's more of you, then probably will be more expensive. But it's worth it because it's so beautiful. Like last time you were here, it was free. But now, apparently, you have to pay for that. For the view. That's what it is. And it's a tsunami zone. So, yeah. The waves at the orange and the highest is the red. It's just beautiful. Okay, enjoy the walk. Вода отходит, поэтому она идет в сторону океана, отлив. Пляжа, видите? То есть как раз отлив в разгаре. Он, наверное, надо его было назвать не длинный пляж, а широкий пляж. Мне кажется, это было более правильное название. Но очень красиво, вы знаете. Какое-то вообще... Ну что-то это с вами делает, однозначно. Как-то это вас меняет. То есть вы тут растворяетесь вот в этом. И все остальные эмоции уходят на задний план. Как бы остаются только вот такие как бы хорошие эмоции. Эмоции созерцания, если есть такая эмоция. Just saying that, like, if you're even feeling something, it's gonna be just emotion of observing and inhaling. Pretty much, you are just inhale the beauty, and it does affect you in a positive way. You're just one-to-one with that powerful beast, and it's just priceless, really. Когда вы один на один вот с этой силой, то, конечно, ни о чем другом вы уже думать не можете. Оно как-то выбивает у вас из головы вот этим потоком. Помолчу немножко.
волна прямо сюда идет на меня. Ты. Слушай, ты смотри, как она подкралась незаметно. Так было далеко. Так прилив или отлив, правильно? Типа по песку, ну мы в резиновых сапогах, так что нормально, но все равно, когда она подкрылась, так эта волна, так тихо-тихо, типа, ну-ка я посмотрю, что ты тут пришло, это чудо, видите, она все так подходит, ой, Алёша, я думаю, мы не вовремя приехали, заплатили главное $12, придется сейчас убегать, если прилив начался. Тут он очень быстренько может прийти. Это... Ну, все с пляжа по-быстрому. Очень интересно. Maybe I just don't know what the waves should look like when you're allowed to go and surf. But I didn't see any surfers. Sorry. But I never actually done any surfing, so I kind of don't have any knowledge about what is. Это же вот сюда, наверное, Алёша прибило какими-то волнами, да? Как ты думаешь? Оно же как бы не упало тут ниоткуда. Тем более корнем сюда. Я думаю, что его принесло оттуда, это не даже. Интересно, откуда? Thank you.
больно будет. Давай с силой убьем, как my rubber boots are full of water now. And that is not good. I think we are done. Have to go home and change quickly. Thank you for watching, guys. If you like it, put the like on or dislike something. Just react. I just want to know if you like it or not. I don't know how one would not like that, but there are some people that, couch lover. And I hope that they will come and visit, because it's beautiful. It is beautiful right there. I wish you all the best. I'll see you next time. Namaste. Ребята, налила полные сапоги ледяной воды. Сейчас мне Алёша тут выскажет. И будет иметь полное право. Ну, в общем-то, я это с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Спасибо, что смотрите. Поставьте свои лайки. Хоть один. Или дизлайки тоже хоть один. Чтобы я знала, что вы смотрите. И как-то что-то у вас в это вызывает. Хоть какие-то чувства. Было бы здорово знать. Пишите. Все. Всем намасте. Целую. До свидания. Обнимаю.